В Сургуте приступили к ямочному ремонту городских дорог. Дорожники используют литой асфальт. Это смесь, нагретая до 200 градусов. При такой же температуре готовят в духовке. Таким способом в городе залатают 1500 квадратных метров дорожного полотна. Но только те выбоины и ямы, которые создают аварийную ситуацию. Причем плана у ремонтников нет. На той улице, где снег растаял первым, на той и работают. Всего в Сургуте весной и летом должны точечно обновить покрытие на 11 тысячах квадратных метров. Кроме того, запланирован капитальный ремонт дорог и тротуаров. Литой асфальтобетон эту технологию возможно применять при текущих погодных условиях, там, вплоть до минус 10 градусов Цельсия наружного воздуха. Остальные технологии мы можем применять немножечко попозже при установлении весной среднесуточной температуры плюс 5 градусов и выше. Вот, иначе этот ремонт долго не прослужит. В разных местах по-разному. Вот где большая нагрузка, там, ну, 2 года, 3 года, может быть. Где поменьше, естественно, подольше держится. И опять же, где дороги заниженные, где, то есть, с обочин вода стекает на дорогу, там, естественно, меньше.